С 17 по 18 ноября в Чебоксарах состоялись соревнования по фигурному катанию на коньках. Помимо чувашских спортсменов за победу боролись гости из Москвы, Казани, Ижевска и Саранска. Среди воспитанниц Мордовской спортивной школы Олимпийского резерва по фигурному катанию лучший результат показала Ульяна Третьякова. Воспитанница тренера Александра Корнизова выступала в соревнованиях по программе кандидатов в мастера спорта и заняла 3-е место. Причем в первый день соревнований, выступая в короткой программе, Ульяна допустила ряд ошибок и, казалось бы, выбыла из борьбы за награды. Однако смогла собраться и откатала произвольную программу лучше всех соперниц, благодаря чему поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета. В коротком у меня рибергер и флип не получился, а в произвольный рибергер. У меня флип тройной, самый сложный, и рибергер. Спокойный разговор, да, обсуждение, да, какие были помарки, какие были недочеты, где-то поторопилась, просто так хотелось сделать, что немножко чуть-чуть. А потом на произвольной, да, мы потренировались перед этим, снова вышли и уже достойно все устояли, все отметили нас, что очень-очень прибавили. Для шестиклассницы Ульяны Третьяковой соревнования в Чебоксарах стали проверкой сил перед более важными и сложными стартами. Впереди у нее и у других воспитанников Мордовской СШОР выездной турнир в Тольятти, затем всероссийские соревнования «Мордовские узоры» в Саранске, а в конце января самые важные старты – отборочные соревнования на первенство России по фигурному катанию в Кирове. Мы, конечно же, набираемся опыта. Стартов в этом году здесь также в Мордовии у нас будет достаточно много, всероссийских, очень крупные старты для России. И, естественно, мы накатываемся, приобретаем опыт, смотрим на других ребят, кто что умеет, и, скажем так, чтобы быть в курсе дела. Ну и самое главное – это опыт, стартовый опыт, чтобы успешно выступать уже на финалах и остальных всероссийских стартах. Каждый турнир – это очередной вклад в копилку спортивного опыта, говорит тренер. Причем важно уметь не только выигрывать, но и собирать силы и волю после неудачных прокатов, чтобы выходить на лед и доказывать свое преимущество. Так что соревнования в Чебоксарах в плане развития принесли мордовской фигуристке намного больше, нежели просто место на пьедестале. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев. Программа «Наш спорт».